Привет, друзья! С вами Артур. И сегодня у меня в ремонте вот этот вот Volkswagen Passat. Буду ремонтировать перед тонжероны и все остальное. Итак, разобрал машину, поставил на стенд. И теперь буду начинать ремонт автомобиля. Итак, сначала я буду ремонтировать правый лонжерон. Почему начинаю с него? Я всегда начинаю с самого трудного и самого паршивого. Итак, я тяну и упираюсь домкратом вместо залома и таким образом выправляю лонжерон. Итак, правую сторону я, можно сказать, закончил. Потом подкорректирую, если где что надо. И теперь приступаю к ремонту левого лонжерона. Но сначала я измерю расстояние между креплениями балки бампера, чтобы знать, сколько мне тянуть. Итак, приступаем к вытяжке левого лонжерона. Идет он довольно-таки легко. Серьезных заломов у него нету. Его просто нужно поставить на место. Итак, вот таким макаром натягиваю, спускаю, измеряю, натягиваю, спускаю, измеряю. Я добиваюсь нужного размера. Теперь я измеряю все остальные измерения. То есть нивелиром я смотрю высоту всех элементов. Вот. И как видим, либо левый лонжерон стоит выше, либо правый лонжерон стоит ниже. Также измеряю диагонали. И затем
пришел к выводу, что надо поднять правый лонжерон, потому что он был наибольше всего бит и больше всего в нем повреждений. Ну а левый лонжерон я опять дотягиваю уже до размеров диагоналей. Итак, все размеры одинаковые, высота одинаковая. И прежде чем собрать все остальные части, я решил вот этот кусочек лонжерона сразу подкрасить, чтобы потом не делать двойную работу и не снимать. Посадок панель не красится, пластиковая, поэтому потом сразу все соберу. Итак, вот подкрасил этот лонжерончик. И теперь могу ставить все остальные части переда. Итак, работа железом закончилась, все зазоры на месте, детали использовались БУ, причем такого же цвета, но немного поврежденные. Немного капот, немного кончики крыльев. В общем, все окей. Теперь я все это разбираю, шпаклюю, грунтую, крашу. We'll be right back.
Итак, выхожу на финишную прямую, заканчиваю сборку. И теперь вы можете видеть законченную работу. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!